Четвертый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» стартовал 11 января в игровом зале физкультурно-оздоровительного комплекса на Конева. В первом домашнем матче команда «Омсибгор» встретилась с командой «Алтай-Агао» из Барнаула. Первая партия прошла для «Омичек» напряженно. До 20 очков соперницы вели в счете. Тем не менее, хозяйкам площадки удалось переломить ситуацию и выиграть со счетом 25-22. С волевым настроем команда «Омсибгор» продолжила и второй сет, обыграв «Алтай» на 13 очков. После перерыва команда «Алтай» начала третью партию уверенно. Долгое время волейболистки из Барнаула заставляли нервничать как своих соперниц, так и их болельщиков. «Омичкам» несколько раз удавалось сравнять счет, и все же закончилась партия в пользу гостей – 23-25. В четвертом периоде волейболистки «Оми» сразу повели в счете и на протяжении всей партии удерживали преимущество. В итоге сет закончился со счетом 25-14 и 3-1 по партиям. Вышли немного с волнением. Первая партия сначала совсем не пошла, потом собрались. Жалко, конечно, что проиграли концовку третьей партии, но сегодня мне не понравилось, как мы нападали. Не могли добить до пола. Очень много Барнаул играл в защите хорошо. Очень много цепляли блоком, а у нас вот атака совсем не вышла. В принципе, все остальные компоненты получались. Соперник вот для нас почему-то очень неудобный. Почему-то очень мы с ними вот так вот все время то 5, то 4 партии. Молодцы в защите. Это первое, что хочется отметить. Очень самоотверженно, вообще абсолютно без боязни. Казалось бы, этот мяч забивается со страшной силой, но девчонки так играют неплохо в защиту. У нас сейчас обновление в составе, поэтому будем сейчас вот сыгрываться. Не очень все как хорошо готовы. Каждой партии мы стараемся на максимум выложиться и хотим зацепиться за каждое очко. Качество игры, на мой взгляд, очень высокое. Самоотдача. То есть за каждый мяч идет борьба, нету провалов таких очевидных. Конечно, было очень тревожно в первой партии, да, когда там проигрывали, но догнали очень достойно. И именно вот в том моменте, когда догнали, тут проявились вот лидерские качества и Ксении, капитана нашего, и Валеры пасующей. То есть как бы вот видно, что наиграны очень хорошие такие связи, которые позволяют в ответственный сложный момент сосредоточиться и результата достичь. Ну так, хочу девчонкам пожелать, конечно, вот все игры провести именно в таком ключе. Ну и здесь на родной земле победить всех. 15 января «Омичек» ожидает встречи с командой «Надежды Хакасия» из Абакана, а 16-го «Омсибгор» сыграет со своим главным соперником «Ангарой» из Иркутска.